Всем привет! Еще один кабель на обзоре. Этот уже кабель с micro USB выходом для мобильных телефонов, для Android, скажем так. И также для какой-то многочисленной техники. Так. По характеристикам, значит, что нам тут пишет? А ничего нам не пишет. Здесь, по крайней мере. И насколько я... Так, есть купончик, да, вот. На 11.11. Купон магазина, скидки до 80%. Все, такой вот купончик. Так, и сам кабель. Сам кабель вот такого серебристого цвета, довольно интересного. Так. Здесь у нас крышка металлическая. Длина у нас метр. Так, и имеет вот такой магнитный наконечник. Так, опа. Вы его втыкаете в телефон. В принципе, все таскаете так с собой. А он уже ночью уже сам будет искать телефон. Сейчас вот я вам покажу на примере своего старого телефона. То есть он уже разбитого. Так, то есть тут втыкается гнездо, довольно плотненько входит. И все, вот он так торчит в телефоне, и ночью вы просто вот находите, вот он сам себя находит. То есть вот такой вот девайсик, скажем так. Ну, для меня это, в принципе, тоже удобная такая вещь. То есть я сейчас для нового телефона заказал себе вот эти магнитики, но там у меня Type-C вход. Да, заказать можно Type-C, также и для iPhone вот эти вот сами входы, скажем так. Ну, то есть их можно подобрать для любого телефона. Как бы сам провод для меня вот это, ну, мне нравится, они быстро заряжают, ну и хорошо служат. Так что все, на этом всем спасибо, пока.